Харківська спеціалізована музично-театральна бібліотека імені Станіславського. Її по праву можна вважати однією з провідних у Східній Україні. Загальний фонд – близько 150 тисяч примірників унікальної літератури. Це і фонди по актерскому мастерству, это изобразительное искусство, это клавиры, это грампластинки. То есть разнообразие такого количества грампластинок, нотных изданий, как в нашей библиотеке, трудно найти, конечно. Планы грядущие – это перевод нашего фонда на электронные носители, чтобы читатель мог за книжкой прийти не только в библиотеку, а и посмотреть у себя дома наличие. Мы участники корпоративного каталога города Харькова, и уже определенная часть книг внесена. Уже вы сегодня можете посмотреть, зайти в программу «Апсапак» и узнать, есть ли у нас эта книга. Левова частка гостей бібліотеки – науковці, які працюють над дисертаціями та науковими працями. Своєю гордістю бібліотекарі називають ось цей відділ. Саме тут зберігаються рідкісні книги. Древні книги 1789 року. Далі. Також у нас красивий дуже альбом із української старини, который здесь на двух языках, на русском и французском. 6 тысяч единиц. Очень много музыкальной литературы. Библиотека музыкально-театральная, поэтому у нас совершенно есть оперы, клавиры очень древние. І цьогоріч ця перлина харківських бібліотек святкує 66-ту річницю з дня заснування. Для Харкова бібліотека Станіславського є гордістю та історичним надбанням мегаполісу, наголосив керівник міста Ігор Терехов. Тому що привити дітям любов до живої книги у місті планують організувати для школярів регулярні екскурсії до бібліотек. В цьому напрямку, підкреслили у муніципалітеті, спеціалісти вже працюють. Очень хочется, чтобы любовь к книге была привита с детства. Я очень хочу, чтобы наши дети читали, чтобы они посещали библиотеки, чтобы они любили книги и любили читать. И читать не только в электронных книжках в телефоне, а читать именно те книги, которые издаются, потому что это незабываемо, это уникально. И то, как ты читаешь книгу, как переворачиваешь страницы книги, как ты вчитываешься в текст, это, знаете, совершенно другой мир, совершенно другое измерение и совершенно другое восприятие. И это очень важно. Очень хочу, чтобы дети вернулись в библиотеки, вернулись к книгам и были, конечно, интеллектуально развитыми людьми, потому что Харьков всегда отличался своим интеллектом в лучшую сторону совершенно других городов. И я очень хочу, чтобы наши дети были самые лучшие, самые интеллектуальные. Леся Копелюк та Віктор Ноздрачов, Харківські Ізвістя. Главные новости Харькова – Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.